Аккуратно сшитые стильные вещи от Оксаны Садовской с удовольствием наденет любая модница. Модели ничуть не уступают тем, что можно увидеть в модных бутиках. К слову, трудно поверить в то, что Оксана швея-самоучка. Данный факт заставляет восхищаться ее работами с большей силой. Раньше же кукол было мало, были маленькие пупсики, на которых вот мы из каких-то лоскуточков что-то делали, шили. Ну и вообще, надо сказать, что это все моя мама. Она всегда тоже, ну скажем, в советские времена не сильно много красивой одежды было. Как-то было ее проблематично достать, и вот она шила сама мне одежду. Какие-то платьишки, какие-то кофточки. И так как-то вот с детства, а потом домоводство в школе. Тоже шитье было там. Где-то не дошью, мама поможет. В 90-е девушки знакомились с модой благодаря журналу «Бурда». Первый заграничный журнал о моде для тех, кто сам шьет, вышел на русском языке в главный женский день 8 марта 1987 года. По выкройкам первой «Бурды» Оксана сшила себе красный пиджак. У меня даже где-то фотография есть в этом пиджаке. Правда, черно-белая фотография. Да. Вот эта работа, я ее запомнила просто. Так, конечно, очень много есть вещей, которые были сшиты моими руками, но сейчас мы их не носим. Сейчас много можно купить в магазине. Ну, себе я уже как-то шить и не очень люблю, а больше люблю шить своим девочкам. Старшая дочь Оксаны Яна сказала твердое «нет» всем модным трендам и попросила маму сшить для нее свадебный наряд. На пошив у мастерицы ушла всего-навсего неделя, а результат вышел ничем не хуже, чем у дизайнеров с громкими именами. Кружево, сетку, органзу и шифон Оксана покупала в Израиле. С тканью это тоже такая интересная история у нас получилась. Мы все искали. Сначала мы с фасоном определялись, сходили в свадебные салоны, померили платье. Я еще думала, может быть, все-таки что-то понравится, и мне не придется краптеть над свадебным платьем. Ну вот, не повезло, в кавычках. Ну, на память осталась вещь, которая нравится всем. Слава Богу, угодила. Ну, в общем, ткань мы съездили. Мы в этот год перед свадьбой с мужем ездили отдыхать в Израиль. И там к родственникам. И там ткань. Тетя, к которой мы ездили в гости, она сказала, это будет подарок Яне, я покупаю ткань. И мы пошли, выбрали шифон. Там у них в лавках, вот, в арабских, кружево и вот все остальное. Шить одежду на заказ Оксана отказывается. И не уговаривайте, говорит. Что, к слову, глядя на шикарные работы мастера, не радует вовсе. Оксана относится скрупулезно к качеству изделий. Работа на заказ всегда подразумевает оценку сшитой вещи. А для своих родных она с одинаковым удовольствием шьет платья, рубашки, кофты, брюки и джинсы. В нынешнем году у нашей героини появилось новое увлечение. В детстве я занималась спортом. Вот. А как-то вот девушки у нас в школе рисовали. Мне это нравилось. Ну, потом, когда у меня появились девчонки, вот первая дочь, она у меня в художественную школу ходила, вторая дочь в художественную школу пошла. Всегда нравилось, что рисуют. Но, наверное, мне нужно попробовать, хотя бы изнутри посмотреть, как это все делается. Ну и тут меня моя подруга Эмилия пригласила с собой в студию. Сначала не в студию, это было в школе искусств. Была группа взрослая, первый год у них они набрали. Вот мы там позанимались. В общем, все понравилось, и потом мы стали в частную студию к Елене Назарычевой ходить. Оксана рада, что нашла свое творчество, именно свое. Если человек любит то, что делает по-настоящему, у него есть все шансы на успех.